Дом номер 15 по улице Минаева видел, пожалуй, каждый житель Ульяновска. Ведь именно он встречает людей при въезде в центральную часть города. Однако мало кто заглядывал во двор. В данном случае за оберткой оказалась совсем не конфетка. Вот уже на протяжении нескольких лет жители части дома попросту проливает. Когда идут дожди, у нас мокнет стена, мокнет потолок. Вот, неоднократно делали заявки различные, но никакого улучшения, что-то делали, может быть, ничего вообще не делали, улучшения никакого нет. В этом году ситуация усугубилась. Кирпичная стена начала осыпаться. Для безопасности пришлось даже огородить территорию. Мокрая стена как снаружи дома, так и в самом подъезде. Обращалась я, неоднократно я звонила в ЖЭУ наше, звонила по телефону горячей линии, но абсолютно никаких действий не предпринималось. В последний раз, когда звонила уже, мне вообще сказали, что мы ремонтом фасадов не занимаемся. Кто этим должен заниматься, я не знаю, но и, наверное, хотят, чтобы это все было сделано за счет жильцов. Так в чем же проблема? В сливной трубе, кровле или крыше? И куда следует обратиться жильцам? Ответ только предстоит выяснить. А пока местные жители спасаются своими силами. Они вынуждены делать ремонт у себя в квартирах по 2 раза в год и обивать пороги управляющих компаний. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.